Ребят, всем привет, с вами Владков, и сегодня продолжаем прохождение сюжета игры Пираты Plague of the Dead. Так, посмотрим текущую задачу. Найдите воскресшего пирата возле Лейды Пейсаджи, достаньте его. Так. Так, ну ориентироваться будем по желтым вот этим вот стрелочкам. Давайте поднимем паруса. Так, камеру я немножко увеличу. Не уменьшу. Так, ускоримся давайте. Так, это нам в ту сторону, да, куда это нам? Ну, сейчас посмотрим, куда нам. Скорее всего, вон лодка, видите? На горизонте. Он, скорее всего, нам... Да, вот. Бартоломео Робертс. Должно быть где-то поблизости. Всем смотреть внимательно. В таверне говорили, что его корабль мог разбиться. Мы можем искать любого, кто плавает в воде. Хорошо. Ну, а вот да. Ах, наконец-таки. Думал, что застрял в этой адской дыре навеки. И это мое чистилище. Хорошо, что я не верю во все это дерьмо греховных искуплений. Но те, кто бросили меня здесь, определенно заплатят. Я думал, твой корабль разбился в шторм. Мой корабль разбился? Нет. Я немного перебрал в ту ночь и проиграл еще один зуб в карты. Я немного разозлился, понимаешь? И они взяли меня. 12 против 1, представляешь? 10 я бы еще справился, но 12. Они проткнули мне сердце кинжалом. Вот здесь, видишь? Какая удача, что твой колдун понимает в своем колдовстве. Нам нужна твоя помощь, чтобы сражаться с инквизитором и его людьми. Просто дай мне нападать и грабить корабли время от времени, и я покажу, что значит быть пиратом. Начнем с этих обезьян, что раньше были моей командой. Я разрежу их на кусочки и верну свой корабль. Эти ублюдки должно быть где-то на этом острове. Не вижу причин отказать тебе. Для нас это будет разогревом перед испанцами. Так, ищем, наверное, какой-то остров. Я так понимаю. Так, задача. Давайте посмотрим. Найдите корабль Бартоломео Робертс и захватите его. Хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. В скалу бы не врюхаться, а. Ну вот, прямо по курсу, скорее всего, вот эти корабли есть. Так, давайте ускоримся, ребят.
Наконец-то скучала по папочке, правда? Конечно же. Что там с нашим следующим членом команды? Оуэн, есть идеи? Сэмюэль Беллами похоронен в Тринидад. Ну, знаешь, на юге Кубы. Теперь по город под испанцами. Но он слабо охраняется. У этих ублюдков даже нет фарта. Так. Тринидад. Так, ребят, давай Тортугу отправимся, сделаем ремонт. Я извиняюсь еще раз за эти рекламы. Так. Тортуга. Зашли в порт. Так. Починить. Полная починка. Далее. Магазин. Так, продаю я это все. Вот это я продаю. Так. Рон тоже я продаю. Так, много не надо досок. Парусинин тоже очень много не нужно. Так, далее. Нанять экипаж. Нанимаем. Так, поднять паруса. Якорь. Так. Есть. Поднять паруса. О, ради всего святого. Ты же говорил, что здесь нет флота. Почему они атакуют? Что ж, плохое. Похоже, я забыл упомянуть о флоте, который сюда направлялся. Сдавайся сейчас, и инквизитор пощадит ваши жизни. Если это так, как вы называете свое жалкое существование. Ах да, Калфу, я собираюсь с собой. Ты продал нас испанцам. Ты думаешь, инквизитор заплатит тебе то, что пообещал? Ты закончишь так же, как и любой пират. Именно поэтому Калфа пойдет со мной. Это мой козырь. Думаешь, инквизитор есть дело для избавления этих земель от пиратов и распространения его веры? Не будь таким наивным. Он хочет раскрыть секрет бессмертия, и на данный момент только твоему шаману удалось это сделать. И отребья за тобой. Какого, а? Робертс, зачем ты его убил? У меня все было под контролем, чтоб тебя. Больше так не делай. Или что? Ты меня убьешь? Хе-хе. Не забывай, Джек Рэхам, что тебе нужно кое-что от меня. И следи за своим языком, понял? Особенно после того, как я спас твою никчемную жизнь. А теперь сделай что-то полезное. Избавься от этих испанцев, капитан. Капитан, время на исходе. Их корабли начнут пальбу с минуты на минуту. Нам нужно разобраться с фортом. Мы окружены. Единственный путь на север. У нас поджидает целый флот. Мы можем сражаться или сбежать. Выбор за вами. Где форт? Сейчас попробую. Так. Форт. Вон он, форт. Давайте попробуем форт разнести. Так. Конечно, попробую все в максимально быстрый срок это сделать, но не обещаю, конечно. Так.
Нет, ребят, мы уходим, в общем, отсюда. Просто нас разнесут здесь на щепки. Так. Чем быстрее это мы сделаем, тем лучше. Мы не осилим сейчас на данный момент такое количество флота, тем более у нас галеон. А там, я так понимаю, галеон, еще помимо галеона, еще неизвестно кто. Может, возможно, даже мощнее, чем мы намного. И так что я не смогу просто физически это сделать. Поэтому выбор у меня такой, что просто-напросто да, сбежать, но что сделать? Лучше сейчас сбежать, но потом дать решающий бой, чем погибнуть в начале, ничего не добиться. Я так думаю. Тем более там маневр впереди. Неизвестно, что там. Сейчас разок ударим по это военный галеон, по галеону. Убираемся отсюда. Мне кажется, он блефовал. Жалко, что я не слышал. Перерезал бы ублюдку горло до того, как он завел нас в западню. Беллами здесь никогда не было. Но я знаю, где он исчез. Только не знаю, достаточно ли у тебя крепкие яйца, чтобы туда отправиться. Да хватит уже. Хэнгманс Бэй. Вот как это место называется. Говорят, оттуда никто живым не возвращался. Никогда. Захваченные души занимают новые. Самуэль Беллами умер, пытаясь спрятать там свое самое великое сокровище. Он думал, что это все выдумки, его золото будет надежно спрятано, потому что все слишком боятся этого места. Знаешь, для старого пьяницы жильца ты отличный рассказчик. Поднять паруса. Так, где это место? Так. Хэнгвейн Беллами. Хэнгманс Беллами. Хэнгманс Бэй. Поднять паруса. Так. Ребят, ну, в общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И я вас всех жду в следующем прохождении сюжета этой игры. Все, ребят, спасибо. Всем до встречи, всем пока.